Данные просканированы. Загрузка. Медицинскому персоналу нищим работать. У нас острая нехватка медикаментов, в том числе анальгетиков. Так что переходим к плану «Б». Есть у меня один знакомый медбрат. По слухам, он знает, где добыть сильнодействующие препараты. Добыть — это значит… А, неважно. Так-то я бы не стала с ним общаться, но сейчас он ценен как ресурс. А медикаменты нам нужны срочно. Найди его. Я бы начала с его квартиры. Внимание! Вы покидаете безопасную зону. Как корова в огонь! Поблизости обнаружена эхозапись. Слушай, я обычно за такое не берусь. Да ладно тебе. У нас есть вода, еда, батарейки. Принесешь препараты — это все твое. Ну хорошо. Встречаемся где обычно, на 39-й Западной. Машины проверил? Это ты в меня целишься? Зачем? Отряд 4, возвращайтесь на базу, срочно! Понял, выдвигаемся. Все, уходим! Слышь, захвати с собой еще капельницу, нам... Заткнись и слушай. Мне нельзя здесь оставаться. Станция Гарден Норд у выезда с 8-й улицы. Встретимся там. Обнаружен активный эхо-маяк.
Отвалите! Я вам все уже отдал! Ага, но еще нам нужен врач. Я же не врач! Я всего лишь медбрат! Вы его взяли? Вы уже в клинике! Сейчас привезем его! Мы его взяли! Поднимаемся! Тащите его сюда, давайте! Слава богу. Я чуть с ума не сошел. Я знал, что Кендалл кого-нибудь пришлет за мной. Я твой должник. Рада слышать, что Майкл уцелел. Оппортунистам всегда везет, да? Твоя подруга Лао говорит, что вышлет за ним эскорт. Это хорошо, потому что нам теперь надо за ним как следует приглядывать. Только меня не проси. Я вообще не хочу к нему приближаться. Палаточный городок из тех, кому больше некуда идти. Доктору Кендалл требуются образцы крови этих беженцев. Тех, кто не заразился вообще, тех, кто заболел, и тех, кто пережил долларовый грипп. Надо взять депо под свой контроль. Обеспечь это, остальное наша забота. Босс, первая фаза прошла успешно. Повторяю, есть первая фаза. Поток стабилен, резервуар держится. Вас понял. Вы уже собрали статистику по Хассен-Ярд для второй фазы? 263 зараженных, 47 возможных. Пока без симптомов. Подтверждаю, 263 зараженных, 47 возможных. У нас на всех хватит? Да. Конечно, мы в процессе все депо зачищать будем. Ну что, у скольких еще остались силы бежать? По-моему, процентов у 10 от населения городка. Человек 40, плюс-минус. Подожжем депо, и крысы рванут на утек. Вас понял. Удвойте отцепление, перекройте весь периметр наглухо. Депо подлежит полной дезинфекции. Без исключений. Кто там пришел? Агент, это доктор Кендалл. Хочу особо подчеркнуть, насколько важно защитить всех мирных жителей. По теории вероятности, кто-то из них должен был выздороветь после долларового гриппа. А значит, у кого-то из них должны быть антитела, которые реально могут помочь при создании этого проклятого лекарства. Что касается больных, на их примере мы сможем оценить генетическое разнообразие вируса и скорость его мутации. В общем, до тех пор, пока эти люди мне нужны, они должны оставаться в живых. Ясно? Отлично. Поблизости обнаружена эхозапись. Ах, гадость. Ах, меня сейчас вырвет. Слушай, другого ничего нет. Thank you.
Послушай, Фэй говорит, что чистильщики уже захватили весь палаточный городок. Очень на то похоже и вполне в духе чистильщиков. Представь, что ты жаждешь уничтожить вирус подчистую. Куда ты пойдешь? Туда, где его больше всего. В лагеря беженцев, палаточные городки. Боже, только не говори, что... Это жестоко, но крайне эффективно. Да, если ты маньяк-убийца. А ты не думала, что эта эпидемия – заслуженная кара для всех нас? Постоянно, доктор. Постоянно. Удачи, агент. Уровень заражения. Меня слышно, агент? Сейчас ты идешь прямо в пасть. Не забывай, что я сказала про беженцев. Я понимаю, что ты и без того будешь стараться их защитить. Но мне нужны, очень нужны эти пробы вируса, особенно образцы антител у выживших. Так что эти люди действительно нужны мне живыми. Ты понимаешь, о чем я. Все, я возвращаюсь к работе. Конец связи. Обнаружено потенциально огнеопасное вещество. Рекомендую провести анализ. Да, точно. Это напалм Б. Такого количества им хватит на все это чертово депо. То есть они намерены выжечь палаточный городок подчистую вместе с беженцами. Предлагаю убрать этот резервуар куда подальше.
точно выдержит? Агент, как только тебе удастся взять ситуацию под контроль, я пришлю объединенный отряд ЦР и ОТГ. Они возьмут пробы крови у беженцев. А как же врачи? Да, доктор, парочку врачей тоже возьмем. Парочку? Что, всего двоих? Наши люди умеют оказывать первую помощь и брать кровь из вены. Действуй, агент. Да, надеюсь, не загрязнит при этом пробу. Не подхватить сразу. Что ж, поверю тебе. Спасибо, доктор. Действуй, агент. Это доктор Кэндалл, сборщики проб. Слышите меня? Мотель на месте. Говорите. А, отлично, лейтенант. Итак, по каждой пробе нужно заносить в журнал возраст, пол, национальность, состояние здоровья по 10-бальной шкале. Пробы следует маркировать и сортировать по принципу... Прошу прощения, доктор, но может сначала дождемся сообщения о том, что операция завершена? Ты что, не веришь в своего агента? Просто не хочу распылять силы. Лейтенант, свяжитесь с доктором, как только район будет зачищен. Есть, мэм. Не волнуйтесь, доктор, все будет в порядке. Надеюсь, ведь речь идет всего лишь о выживании человечества. Вас понял, док. Конец связи.
Найдешь пульт управления краном, сбрось резервуар в безопасном месте. Сборщики, обращаюсь к вам. Как я уже сказала, надо промаркировать пробы крови и рассортировать так, чтобы проще было выявить основные факторы. И давайте перейдем на другой канал, чтобы не утомлять агента. Образцы, которые удалось добыть в депо у тех самых беженцев, дали нам богатую пищу для размышлений. Я загрузила отчет в базу данных. Посмотри на досуге. Прекрасно. Теперь мы тут заживем со всеми этими наворотами. У тебя отлично получилось. Не теряй бдительности. Электростанцию захватили. Привет. Ты пример для всех нас. Здорово. Модернизация — это всегда хорошо. Спасибо за помощь. Вам надо это увидеть. Ни у кого больше такого нет. Возвращайтесь целым и невредимым, а? Заходите, смотрите товар.